Танки будущего могут быть оснащены системой камуфляжа, который имитирует цвета ландшафта, подобно коже хамелеона. Разработкой этой системы сейчас заняты ученые Польского военного института инженерных технологий. Ее намерены использовать в будущих проектах военных транспортных средств. Разработчики системы «Хамелеон» во главе с Адамом Янушко делят свою систему на три составляющих. Условно они называются «глаза», «мозг» и «кожа». Глазами служит обыкновенная цифровая камера. Она передает изображение окружающего ландшафта в компьютер, то есть мозг, который анализирует цвета и передает их на кожу в виде электрических напряжений. Поверхность камуфляжа оснащена тысячами электрохромных пикселей, меняющих оттенок в доли секунды после получения соответствующего электрического сигнала. В электрохромных панелях происходят окислительно-восстановительные реакции. При воздействии электрического напряжения они изменяют цвета поверхности. Этот принцип открыли не мы, мы лишь используем его. Камуфляж мимикрирует не только визуально. Поверхность сливается с окружающей средой и в инфракрасном спектре. Это снижает возможность противника обнаружить технику с помощью приборов ночного видения. Пока что покрытие может маскировать только неподвижные объекты. Но ученые ставят себе задачу максимально ускорить процессы протекания химических реакций, когда кожа камуфляжа будет отображать ландшафт практически в режиме реального времени, превращая броню в своеобразное зеркало окружающей среды.